И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tetchinko Paraded. На связи с вами Umbrella Tetchinko Paraded, он же Альберт Вескер, голос доктора Эггмана Работника. И сегодня мы с вами продолжаем прохождение Sonic Затерянный Хер, он же Lost World. Игрушка мне нравится, честно говоря, вот реально говорю. Игрушка мне нравится, очень хорошая игра. Приятная, спокойная. Играем через Steam, но не Steam. И будем продолжать чисто изучать мир потихонечку, полигонечку. Игр, на удивление, сейчас опять стало очень много у нас на канале. Реально очень много, так по ощущениям смотрю. Немножко замучаюсь, где, что, когда, как, почему, зачем и как. У нас впереди с вами еще несколько этапов. Я думаю, как раз два этапа сегодня пройдем и откроем как раз таки сюжетный там этап. То есть получается по два этапа за эпизод у нас выходит. Что ж, ну в принципе нормально. Так, стоп. А, тут три этапа впереди. Ну да, получается по 2-3 этапа плюс-минус. Вот сюда теперь давайте. Стандарт. Так, вот, вот это. Пока выключу, а то мало ли озвучка надо будет. Ты, жердяй! Мне наплевать на твою синюю заразу! Кого ты назвал жирным? Тебя! Да, ну а сейчас, живо поднял свою задницу и уничтожь Соника! И вот тебе получишь шикарный сэндвич! О, мальчик, сэндвич! Ой, помоги мне! Вот это я называю. Так, вот тут точно должны быть кольца. Ага, вижу пару колец. Вот наше колечко. Отлично, забрали. Давай. Я не совсем понимаю, как здесь переключаться в сторону Но кольцо мы забрали, это хорошо. В общем, не будем их забывать. Так. Вот это мне нравится. Вот это прямо мощный уровень. Я не знаю, почему отдает суперсемейкой. Там не список, я бы сейчас заметил. Да-да-да, мы хэтчко. О, там было кольцо. Я только сейчас заметил его. Ой. Ого. Там было второе кольцо, муж. Что, уселся? Погнали. Еще раз шикарно озвучить от нас. Ты, жердяй, иди сюда! Ты позаботишься об этой синей занозе! Кого ты назвал жердяем? Тебя! Так, ну а сейчас, если ты проголодался и уничтожишь Соника, я дам тебе даже большой сэндвич! Мальчик-сэндвич! Ой, помогите мне! Сэндвич. Слишком велика плата. Сэндвич.
Так. Отлично. Забрали, погнали. Watching him run is making me hungry. Так, спокойно. Так, я вот так прыгаю, там второе кольцо. Watching him run is making me hungry. Неудачно тоже. Но я буду пробовать, я буду пробовать. Я уже увидел кольцо и не могу его разбить. Я не буду пробовать черный. Я не знаю, как черный нормально работает. Ой, промахнулся. Зараза. Не специально. В общем, там это как-то так можно, но это замутит всем. Я хотел так вот захватить его и вернуться на позицию. Watching him run is making me hungry. I hope he gets here. God will need some eggs. I have to tenderize him. Давай. Есть, нет! Вот заметьте, игра столько разных эффектов концовок имеет для этого ежа. Реально здорово. Но почему-то никто недоволен этой игрой. Я не знаю почему. Игра прекрасна, мне нравится. Да по-своему детский, да по-своему наивно. Но... О. Я же делал свой спочат, меня наслышится слегка. Ай, черт, я зачесался теперь сразу. Ладно, погнали. Озвучка. Ты, жердяй, возьми, позаботься об этой синей занозе. Кого ты назвал жердяем? Тебя. Так, на сейчас, если ты проголодался и уничтожишь Соника, я даже дам тебе большой сэндвич. О, мой сэндвич. Ой, помогите мне. Это что такое сейчас было вначале? Отлично. Первая есть. Кстати, вот сейчас не было. Почти допрыгнул. В общем, мне кажется, понял. Если там... Можно так, а можно по-разному. Есть! Кстати, вот музыка, знаете, мне сейчас начинает что-то напоминать, но я не понимаю, что именно. Так.
А, ладно, идем вперед, а там уже разберемся. Оп. Так, ладно. Походу это будет самый... Так, какой-то необычный под уровень. Ну, мне реально нравится. Здорово. Нет, реально хорошо сделано, мне прям нравится. Игра полна сюрпризов. Погнали. Ты, жердяй, позаботься об этой синей заразе. Кого ты назвал жердяем? Тебя. Так, ну сейчас, если ты проголодался и уничтожишь Соника, я дождал тебе большой сэндвич. О, мальчик, сэндвич. Помогите мне. Я заслужил право озвучить Эггмана на всех официальных каналах. Могу это с достоверностью хорошей сказать. Ага, вот. Так, ясно. Это чисто приключение. То есть здесь есть приключения. Watching him run is making me hungry. I hope he gets his food. Stop him, eat some hedgehog. After I tenderize him. Я попробую. Watching him run is making me hungry. I hope he gets here. Gobble me some hedgehog. After I tenderize him. Да, почти. Я взял и почти попал вот гнездо. Watching him run is making me hungry. Куда мне полетел, Гёрш? Watching him run is making me hungry. I hope he gets here soon. Cop will need some hedgehog. After I tenderize him. Ты почему не перешел? Я ничего вырезать не буду. Слишком уж много хороших здесь зонов. Наверное, правильно сейчас, наверное, одну цинку тебе озвучу с моей вебкой. Будет здорово. Ты, жердяй! Иди позаботься об этой синей занозе! Эй, кого ты назвал жердяем? Тебе! Так, ну а сейчас, если ты проголодался, уничтожишь Соника, я дождал тебе большой сэндвич! О, мальчик, сэндвич! Ой, помогите мне! Кто лучше, оригинал или Эггман в игре? Попал, отлично. Watching him run is making me hungry. I hope he gets here soon.
Я пока не закрыл штуки, поэтому лучше не рисковать с ним. Да. Я нажал на прыжок. Многие сейчас скажут, забиты на это кольцо, мне ничего не видел, я не подумал, не было забыто. Забрали! Забрали! Видите, пчелки, я пройду здесь. Вот про головоломку могу забыть. Головоломка мне вообще не интересна. Так. Так, прекрасно. Жизнь тоже забрать надо дополнительно, а то у меня их очень мало сейчас стало. Чисто! О, а тут у нас тут начинает. А, там видно было скоростное прохождение уровня. То есть если засунуть в этом уровне. То есть, смотрите, игра даже дает тебе возможность. То есть игра дает тебе возможность становиться в каком-то конкретном уровне, даже если ты на нем вдруг застрянешь. Но они сохранят тебя на этой строчке. Если ты использовал быстрое перемещение. Но это неправильно. Это правильно. То есть игра делает все, чтобы ты двигался вперед. Так, так. Так, так. Отлично. Вот это я запасец взял. За это спасибо. О, там. Там было кольцо. Ну, я неплохо жизнью под. О, нам должен сейчас еще шанс, что ли? Зарядиться жизнью. Если так, то это здорово. Надо воспользоваться моментом. Так, 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 так. Он быстро не переключается. Но я забрал пару жизней, так что нам везет. Здесь можно экспериментировать. На пчелках главное не базариться. Они нас не тронут, пока мы летим спокойно себе сколько. То есть пчел нас не трогают. Вот. Оп. Ну ладно, у нас уже больше жизни. Да мы сейчас фармуем жизни. Жизни фармуем. Мы сейчас на фарме жизни находимся. Я не буду покидать эту уровень. Игра не понимает. Игра не понимает, что здесь жизни фармится. Да. Три кольца. Oh, не могу поверить, что ты достал хорош. Да, вполне возможно. Я не знаю, что это за штука такая. А, ты же... О, продать, черный. Давай, на иголку садись.
Нам главное оставаться на поверхности. Ты не осознаешь мою мощь. Да, откуда эта штука столько выплескивает? Так. Так, и куда он приземлится? О, слушайте, уровень мне реально нравится. Уровень забавный. Если что, это немедленно. Я поставил нормально. Ты меня сконфузил. Чисто прошли. Ну, шельтеям реально слабо кинемся по жизни. Эггман не в счет. Эггман не жирный. У него широкая кость. Это я вам серьезно говорю. Я же худой. Отлично. Справились прекрасно. Сильный уровень острова. Уровень стабильный. Экстрактор активируется. Хорошо, хорошо. О, да! Оболи меня этой штучкой! Ощущай меня, детка! Это ощущение силы меня долбит секунду! Уровень фокстакции реакция нестабильна. Лучше заткнись, пока босс не увидел, что там творил. Заткнись там! Почему вас остановили, это босс? Я ощущал себя таким сильным! Машина нестабильная, идиот! Мы просто хотим, чтобы планета энергии была наша! Мы же не хотим уничтожить себя! Говори за себя. Ну, в принципе, логично. Зачем мне энергия, если я в результате подохну? Поздравляю, вы смогли раскрыть одну из возможностей, никогда их больше. Ты должен иметь низковосу. Дискорд, сообщи однажды своим багом или... Окей. То есть я могу что-то конкретное выбрать, да? Ты уверен, что ты хочешь Дискорд это? Давайте вот это. Я не знаю, что это за штука, но пусть будет. Я пока еще плохо ориентируюсь вот этих вот... миньях и штучках. Так. Вот если бы их можно было бы объединять, было бы здорово. А так не дает. Так, это опять же мир, это мир. Я пытаюсь понять, на какую кнопку открывается вот эта штука. А, вот она. То есть это замена. Так, а у тебя что? Ну, калец опять собрать. Ну, слушай, заметьте, я, кстати, вот... Третье кольцо где-то видел, я его где-то видел. Буду туда лезть, в другую сторону ходить. То есть не там, где жизни фармится. Но, кстати, нам надо запомнить, вот здесь можно фармить жизни, если грамотно проходить по сотню раз подряд и на мир добивать ежа. Можно нафармить миллион, но это долго. Так, ладно, погнали сюда. А, не будет что ли кольца? Ну, ладно. Карамельный мир.
Слушай, это прям какой-то праздничный выпуск выходит. Так, а я могу сюда пойти? Чисто любопытно посмотреть, что здесь меня ждет. Никто же не сказал, что я не могу. А, ясно. Я ел такое чуть печенье в молодости. Реально, такое чувствует, если что. Эй, отпустите меня! Хреново, муравьи. Как мне ускоряться, я забыл. А, вот он. Эй, отпусти меня. Они меня ловить могут. А, где вот эти муравьи были раньше? Это идеальное изобретение. Они ловят ежа. Он не может от них уйти. Это реально. А, нет, их можно бить, но замучишься. Эй, я попал в тебя. Ладно. Ну, классический батник, но тут приятно. Да, не всех спасем, но... Вот тут есть колечко. Вот зараза паническая. Так, вот забрал. Вот здесь надо было спасать. И не говорить, что не надо было. Надо было. Так, попробую пониже опустить. Да, вы правильно поняли, что я хочу сделать. Оу. Ладно, сполно жизни, пока запас был большой. Так, попробуем напрепечь вот это. Оу. Мой косяк. Ну, нашей жизни не страшно. Так, отлично. Вот. Да, и вот чуял, что колечко будет здесь. Будет забавно, если я сейчас полетаю и соберу кольцо. О, стоп, 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 стоп. Бля, отпустит меня.
Ладно, идем сюда. Но поспасать стоило. Так, теперь вот сюда нам. Ну а дальше сделать своя игра. Давай. Видимо, лакричная палочка очень плохо на сцепление. Точнее, очень хорошо на сцепление. Так. Попробуй сейчас муравьёв аккуратно обойти. Не-не-не, отпусти! Нет, ну вот муравьи это реально лучшее изобретение по борьбе с ежом. Не, походу это короткая дорога, но куда она ведет, я не знаю. А, вот. Ни при каких обстоятельствах вообще дома нельзя. Жизни осталось у меня 5. Нетушки, еще чего. Побыстрику так пройти. Ты что, не зацепил? Он может цепляться, он не зацепился сейчас. Игра предлагает пройти побыстрику, но я не согласен с этим по ряду причин. Потому что, во-первых, здесь пару колес. На этом подруге я не могу от них отказаться. Запас у нас пока еще большой, не страшно. Главное, здесь все по аккуратному. Хотя лакрица здесь реально какая-то странная. Мне нравится. Реально, это сладенько выходит. Сейчас пытаюсь со сладкого сходить. Так. Нет, отпусти! Нет! Тут очень много пути, мне нравится это измерение. Реально, игра очень качественно и красиво сделана. Вот за это прям респект. Да, она немножко по-детски наивна, но... Ребят, и Соник изначально такой игрой был.
детской, наивной, платформерной, скоростной игрой. То есть, по сути, это возвращение к истокам в каком-то смысле этого слова, и мне это нравится. Нет, отпусти, 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 отпусти! Вот, просто главное их перескакивать. Я могу по ним прыгать сверху. О! Замучаешься прямо, неудобный очень уровень. Вот здесь мне не сложно. А вот с этими фрикадельками, сладкими шариками, здесь подходы, вот это прям замучишься. Ну и с муравьями еще. Ага, то есть пока я круглый, я могу вот эти штуки. Это чисто репетиция сейчас была небольшая. Не примите к сведению. Я не буду топать этих муравьев. Главное быть шариком. Вот как. Главное быть шариком. Так. Нет! Нет, 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 обратно, 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 обратно. Так. Как мне туда попасть? Хороший вопрос. Все. Вот так. Кольцо забрали. Это будет забавно, если я здесь соберу все кольца, кстати.
Я пройду по этому. Хотя... Нет, давайте-ка вот здесь. Пожалуйста. Нет. А, ну мне хотя бы показали. Нет, пусти, жирней. Нет, пусти. Ладно. О, за это спасибо. Здесь на количество, а там наверху последнее колечко было. Это был финиш. А я думал нет, я думал финиш выше будет. Ступил. Ну ладно, то хотя бы знаю, где последнее кольцо. Здесь, но мы практически все собрали, неплохо. А, не будет катсцены, что ли? Ну ладно, я думал, будет. Поздравляю! У вас гипердовая жизнь. Да, давайте. Вот это скипну. Я полагаю, тут какие-то методы защиты, но я не понимаю, как ими пользоваться. Полагаю, это можно использовать только на уровне непосредственно. Я пока не понимаю, как их использовать. Но, думаю, сориентируемся в скором времени. В конце концов, я играю в эту игру впервые, поэтому это нормально. Так, а у тебя что, мелочь Карамазова? Используй инди-гастроид. Ясно. Что ж, ребят, ну, я надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее прохождение и наша озвучка. Ставим лайки, пишем комментарии и обязательно подписываемся на все каналы. Ссылочки полным комплектом в описании. Под каждую заходим. Но если подписаться не можете, ну, там уже есть парочка каналов, где это пока еще невозможно. А сохраняйте ссылки. Сохраняйте ссылки, по крайней мере, чтобы мы с вами могли, если что, потом встретиться. Потому что с Ютубом беда сейчас происходит, но я его не заброшу никогда, чё там кто не ныл из стариков. Так что, с вами был Лескер, он же голос и сам доктор Эгман, работник естественной живой версии. До скорой встречи, пока, удачи, увидимся.